Всем привет! Мороз и солнце, день чудесный. Вот, еду на пасеку в лес. Проверить пчелок, дать дотации. Как там у них, интересно, настроение. Ох, и снегу, конечно, в этом году. Давно такого не было. Еще недалеко осталось. Ну все, доехали. Теперь еще надо и добраться. Вот так мы поедем. Все, укутался. Снег теперь нам не попадет. Вон туда нам идти. Ничего себе тут сугробиков. Метр. Да, зря я, конечно, за лыжами поленился идти. Вот здесь тропинка была. Местные жители здесь через лес на остановку ходят. Походу, они тоже уже не ходят. Так, ну пошли. Ну вот, добрался до калитки. Да, очень я пожалел, что не взял лыжи охотничьи. Снег просто вообще глубочайший. Ладно, там хоть еще по тропинке бывшей, когда идешь, по колено снег как бы держится, а когда маленько влево вправо шаг, и все, и проваливается по самые колокольчики. Так, сейчас калинку, наверное, сверху перейдем. Он почти до вышины забора снежочку надо идти добираться. Ох, и тяжко. Вон какая траншея. Осталось еще немножко. Чуток отдохнем и пойдем дальше. Покорять целину. Ну вот и добрались. Улики открытые. Даже литочки у некоторых нижние открыты. Ну, сейчас посмотрим. Настанет час истины. Ах, синички тут. Вроде хлебушка им повесил. Кормушки. Все равно они пчелок терроризируют. Ну, давай, пойдем открывать. Ну, вот я и добрался до пасеки. Правда, добирался это еще в начале марта. По таким сугробам. А сегодня конец марта. Вот пчелки уже пытаются частично облетаться. Хочется им наружу, на улицу, на свободу. Полгода уже сидят. Ну, тяжелая, конечно, в этом году зимовка. Тяжелая. Смотрю, есть обкаканные улики, обосратушки. Тяжело им досталось, эта зимовка в этом году. 20-21. Синички тут вовсю вокруг летают. В прошлый раз только еды им оставлял. Все съели. Все пакеты пустые. Так и пчелок беспокоят они. Ну, сейчас буду проверять дотации, которые в начале марта давал. Смотреть, что у них там осталось. Ну вот, примерно так. Пол пасеки заканчиваю проходить. Очень много подмора. Очень много подмора. Кормов, конечно, съели. Вот это с марта месяца. С начала марта вот так съели. Этим буду давать. Вот. По возможности сокращаю по-быстрому. Пчелки летают, конечно. Летают. Вот там минус один. Ну, отошли вот, которые сидели по... Они же у меня 20-рамочные. По два отводка я ставил. Вот, с одной стороны отошли многие. Вот кто-то вот так остался. Много подмора, прям жесть. Как нормальная погода установится, надо будет все капитально все почистить, проверить и убрать. Тепло, конечно, тепло сегодня.
Завтра тоже будет неплохая погодка. Пчелки летают уже. А вамшаники будем откапывать завтра, наверное. Завтра будем откапывать, послезавтра выставлять. Все, продолжаю работать. Ну вот, сегодня я общался с коллегой. Как бы его версия, что очень много погибло пчел. Воротос, все-таки воротос. Но он на анализ отправлял, на анализ пчелок в Москву. Показал 30% воротоза. И якобы из-за воротоза пчелы начинают откладывать ранний расплод. Ну вот, видно, расплод здесь. Все было расплод. Это я не знаю, они это ранний расплод или они не заканчивали червить. Но я думаю, это ранний расплод, скорее всего. И отсюда, конечно, обильное потребление кормов. Начали они хавать. Вот так осталась небольшая горстка пчел. Сильная семья была. Вон сколько подмора. Жесть. Да. О, ветерочек пошел. Все, пора закругляться. Во, только бибоксы мне нравятся. Как сидели спереди, так и сидят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 улочек. 8 улочек. Вот под пленочкой. Вот тут плесень есть, конечно, немножко сзади. А так, смотри, все спереди. Это бибокс. И синички их сколько долбили, мучили их. Вон тут синички клевали, клевали. Жить не давали. В следующем году сетку повешу. Вот. Тут лысонь стоит. Сейчас лысонь посмотрим. Я его вообще закопал там. Литок только верхний сейчас открыл. Ну-ка, откроем. Тут не открывается. Ой, тут ё-моё. Жизнь кипит. Это лысонь. Хотя по кормам у них вообще пусто было осенью. Я их кормил, кормил, не знаю, сколько литров. Не помню тут. Записано 3, 2, 3. Это какой год был? 6, 8 литров. Нормально, короче, тут все. Вся канди все равно кину сверху. Вот отсюда его положу. Ошибся, не 8 литров. Там пакеты по 2 литра. Получается 16 литров. Ох тут. Тянули. Дайте я вам, девочки, здесь положу. Вы пока не ругайтесь. Я же о вас стараюсь. Во. Так, вам бы там проход сделать. Чтобы вы заходили. Все, зайдут. Нормально. И закрываем. Чик. Все. И волшебный кирпич сверху. Вот так. Классненько. Да. Ну вот и закончил я осматривать семейки. Да. Результаты, конечно, этой зимовки не радуют. Что интересно, не хватило кормов, а не хватило кормов, матки начали сеять. Пересмотрел несколько семейек, и прямо на нескольких рамках, на двух, на трех рамках расплод. Это вот так же, как я в начале февраля слушать приходил и осматривал две семейки, которые мне замолкли и не отозвались. Я их посмотрел, там был расплод. И сейчас тоже. Все остальные тоже. Все с расплодом. С расплодом. Значит, погнали расплод. Начали потреблять корма. А кормов не хватило. Ну, такого у меня не было.
не было. 24 марта. Пчелки на облет. Ну, не полностью, конечно. Это еще трудно назвать полноценным облетом. Но, тем не менее, пчелки летают. Сезон начинается. Посыпал участок торфом. Побыстрее все растаяло. Да. Все улики в кокульках. И сам тоже такой же весь красивый. Вообще, как-то я и слышал, или смотрел, на весенние работы надо одевать комбинезон, как в этом малярном цеху работают. Такой он тоненький. Комбинезон есть. Все, вот я думаю, взять такой комбинезон и работать в нем, чтобы потом выбросить можно было. Потому что, ух ты, и шапка такая красивая. Хорошо, что здесь соседей нет с бельем на веревках. Тогда бы они там точно бы. Все, обкакулили. Все. Ближайшие 2 недели делать нечего здесь. Всем пока, удачного сезона!